Принцип работы биткоин-транзакций. Объясни, что тут к чему. Представьте, что биткоин-сеть – это гигантская цифровая бухгалтерская книга, доступная всем. Когда вы отправляете биткоин, вы не пересылаете монеты как файлы, а просто вносите запись в эту книгу о том, что определенная сумма теперь принадлежит другому адресу. Вот как это работает. Вы создаете транзакцию, указываете, откуда ваш адрес, куда адрес получателя, сколько. Подписывайте ее своим приватным ключом, это как цифровая печать, подтверждающая, что это действительно вы. Транзакция попадает в сеть, майнеры, специальные узлы сети, проверяют, есть ли у вас эти деньги, смотрят предыдущие записи. Правильно ли ваша подпись? Не пытаетесь ли вы потратить одни и те же биткоины дважды? Транзакцию включают в блок. Проверенные транзакции майнера собирают в блок, как страницу в нашей бухгалтерской книге. Чтобы добавить блок в цепочку блокчейн, майнеры решают сложную математическую задачу. Это называется доказательство работы. Подтверждение. Когда блок добавлен, ваша транзакция получает одно подтверждение. Чем больше новых блоков добавлено, тем надежнее считается ваша транзакция. Обычно ждут 3-6 подтверждений. Особенности. Транзакции необратимы, отменить нельзя. Скорость зависит от комиссии. Чем выше, тем быстрее майнеры ее обработают. Вся история хранится в блокчейне навсегда. По сути, биткоин — это гениальная система взаимного контроля, где никто не может обмануть сеть, а все участники вместе поддерживают ее работу.